Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби 2». Ну что же, вперед на ивент. Сегодня будем покупать с тобой еще одно растение. А вот какое, пока еще не определился. Так, что у нас тут? Не дай зомби раздавить цветочки. Хорошо, я попробую. Кукуруза. Ну что же, неплохой вариант. Кукуруза, да? Ё-моё. Так, тихо. Блин, это плохо. Слушай, надеемся, что... Куда? Блин, еще пушки тут не хватало этой, а? Давай, 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 родные мои. Отталкиваем, отталкиваем этих. Ой. Стоп, 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 стоп. Блин, надеюсь, мы успеем тут с тобой. Что-то как-то... Что-то уж больно... Секунду, 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 секунду. Я что-то аж растерялся. Куда тут, чего? Где, когда, и что, и почему? Это пираты. Тут и то, и все. А-а-а, вот оно что. Тут пираты. Естественно, со своими этими попугаями, да, на плечах. А те, в свою очередь... Тырят мои растения. Это мы вспомнили. Ого-го-го. Захотел чего, а? Правильно, так им и надо. Слушай, ну в принципе, друзья мои, очень даже неплохо защищаемся. Тихо. Давай вот так вот сделаем с тобой. Бумс. Все, что ли? Слушай, они какие-то ватные здесь были. Ну, не в этом главное. Главное, что мы, ребят, прошли с вами. И смотрим. Оу. Крокус-покус. Магнит и песчонка голды. Ну что же, в принципе, неплохо. Давай, наверное, с тобой повторим. Приступим. В принципе, тактика будет та же самая. Как только где-то появляется противник, сразу вставляем с тобой нашу кукурузу. Так, успеем подбить? Ну, в принципе, должны. Сюда, потом сюда. Наверное, вот сюда поставим. Что-то мы уже, я не помню, пушка уже пришла. Эй! А не слишком ли быстро? А? Друзья мои. Так, тихо-тихо-тихо-тихо. Блин, смотри, смотри, что. Не успел, да? А кто не успел, тот опоздал, он захотел захватить. Ага. Правильно, морковь. Блин. Давай вот так вот сделаем с тобой. Правильно, всем по щам надавать надо. Так, наверное, сюда еще поставим с тобой. Также боулинг здесь должен быть у нас. Для подстраховки. Блин, мы хоть успеваем, а? Да, по-моему, как успеваем. Но вот здесь вот мне не нравится. У нас с тобой нету моркови. Давай-ка вот так, наверное, перестрахуемся. Здесь поставим боулинг. Ну, в принципе, ребят, все должно быть на изи. Эй-эй-эй-эй, не надо хавать. Ну-ка, хоба, и готово. Слушай, ну на самом деле легкий ивент. Серьезно тебе говорю. Давай-давай-давай, расстреливаем эту пушку. Все. Подбили мы ее. Что нам на этот раз выпадет? Давай попросту посмотрим. Опять. Хокус-крокус. Воу. Ничего себе. Еще 10. И там было 5. 15. За ивент. Солидно. Так, ну что? У нас с тобой еще арена сегодня. Так, а ивенты есть какие-нибудь у нас? Так, мы заберем еще пиньяту с тобой бесплатно. Вот она, пиньятушка. Давай посмотрим, что нам из нее выпадет. Так, близнецы, 5. Окей. И опять челебин. Да что ты будешь делать? Подсует мне его постоянно. Костюм, значит, у нас, ага.
Есть на свеклу, есть на привидение. Привидение можно за 25 гемов приобрести, в принципе. Хокус-крокус. Ну, я вот не знаю, стоит ли вообще, ребята, брать, а? Мне как бы, вот на самом деле, это растение не особо понравилось. Я не знаю, как вам, пишите в комментариях, но... Как по мне, как-то не очень. Так, а вот это вот, да, вот это уже другое дело. Кто-то говорит, бери имитатора. Кто-то просит меня, чтобы я взял солнечную жабу. Чернику вот эту вот, говорят, бери. Я уже даже сам, ребята, не знаю, что взять. Может быть, давай возьмем с тобой кактус? Или имитатор? Ну, давай или кактус. Или имитатор. Или вообще яблочную мортиру. Ну, мортира тоже, согласись, неплохая. Ладно, в этом месяце мы возьмем с тобой кактус. Так, ну что, друзья мои, кактус приобретен. Остается только, наверное, его прокачать, если мы вообще его сможем прокачать. Сейчас посмотрим. Ну, хватит уже тут, показывайте мне. Вот сюда заходим. И ищем наш кактус. Где же, где же, где же? Вот он. Ну да, ребята, есть одна прокачка. И все, да? Хотя нет, ребята. Я и дальше могу прокачать на третий уровень. Но пока не хватает у меня финансов. Пока. Так, здесь-то мы что с тобой сделали? Так, тут закрыто. Опачки, друзья мои, у нас с вами эпический квест. Погнали. Такой шанс, извините меня, упускать, ну никак нельзя. Интересненько посмотреть, что у нас тут с тобой за эпический квест. Ага. Маги, шуты и тому подобное, да? Ну, как ты видишь, я тут ограничен в своих возможностях. То есть то, что мне дают, то и будем использовать. Финансов, как ты понимаешь, у меня нету. Так, инкомин. Ну, здесь возьмем с тобой, наверное, вот этот вот гриб. И пока есть такая у нас возможность, будем расставлять подсолнухи. Оу, фараончик идет, ребят. Идет фараончик. Так. Блин, подожди. Давай вот сюда я его поставлю. Но фараону тоже надо пока хотя бы заморозить, друзья мои, пока заморозить и бомбить, потому что он довольно крепкий, и его так быстро и легко не подбить. Вот это вот надо нам с тобой приобрести. Желательно побыстрее. Желательно побыстрее. О-о-о, идут архарсы. Так, выставляем. Совсем другое дело, да? Прям как здесь и был. Тихо, родные мои, замри. Успокойтесь, пожалуйста. Угу, выставляем. Так, энергия потихонечку у нас с тобой копится. Ой-ой-ой, а вот это вот не надо. Вот не надо вот этих вот магов здесь. Блин, дело дрянь. Сдуваем. Слушай, а что он делает, когда вот так вот, ну-ка? Ага. Превращает... Я понял. Да иди ты отсюда подальше, а? Вот прицепился, да? Шута горохового разнесли. Ну, ты будешь превращать-то, господи. Вот. Вот об этом я и говорил. Найс. Блин, еще волна. Я уже обрадовал, задумал последнее, ага. Губишки раскатил. Тихо. Ну-ка, давай-ка вот так сделаем. Куда ж ты жабу-то эту? Не туда ты ее немножко, конечно, превратил. Не в том месте, где надо. Ну да ладно, может быть. Пау.
Слушай, вот это растение тоже классное на самом деле, да? Я так понимаю, его купить нельзя, оно зарабатывается чисто на ивентах, да? Да, скорее всего. Ну что, вот мы с тобой и прошли первую стадию, еще впереди 4. Солнечная жаба. Она напоминает мне живуна. Только живун у нас просто съедает зомби, да? А солнечная жаба, она съедает зомби и дает тебе за это еще и энергию солнечную. Так, погоди, что это вы мне тут? Ой, не туда нажал. Кстати, что у нас на огороде? Давай посмотрим. Может, там что созрело, а? Давай, 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 не ленись, показывай уже. Ага. Так, это забираем. Это все забираем. И здесь посадим. Аки. Кто-то написал. Я видел, говорит, горящий дуб. Почему он дуб? Ну ладно, фиг с ним, пускай будет горящий дуб. Значит так. Переходим с тобой на вторую стадию. На вторую стадию, я не знаю, дадут ли мне выбор или нет. Я хочу протестить кактус наш новоиспеченный, но его надо прокачать. Так, а здесь у нас и рыцари, и роботы, и все дела. Так, уже интересно. Блин, лужайка. Опа. В плане, почему сразу король-то? Ну-ка. Ага, все хорошо. А, эти дурачки вызывают, я понял. Шуты гороховые, короче, приходят, ребята, и вызывают королей зомби. Ладно, предположим. О, начали толкать. Опачки, что у нас тут есть? Это хорошо, ребят. Сейчас мы тут кое-что с тобой замутим. Оба-на, вот так вот. И на самое начало их. Ага. Что вытворяет? Ну, мы можем с тобой сделать вот так вот. Фига. Так, ну-ка обратно, назад. Обратно, назад. Слушай, а жаба у нас, если мы на нее применяем, да, она, по-моему, там. Да-да-да, вот так вот нескольких сразу съедает. Не понял, а почему? Блин. Да достанет, а? Че, назад их? Да, давай назад. Предположим. Так, а еще будет волна, ребят. Я с этим-то не расправился, блин, а еще волна будет. Надо вот этих вот, которые толкуны, вот их надо бы в первую очередь. Так, что это он там сжигает? Маги что-то сжигают там уже, смотри. Эй, 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 эй. Так, погоди-ка, вот этот толкун, иди-ка ты отсюда, а? Ладно, тут, короче, меня прижучили, смотри. Ладно, сейчас газонокосилки их тут всех разбомбят. Верно же? Конечно, верно. Этих королей, которые там сидят. Вот именно об этом я тебе и говорил. Все. Они думали, что я сейчас буду здесь тратить монетки? Нет уж.
натерпелись. А там в любом случае, ребят, нас промяли бы. Там бы ничего бы нас не спасло. Кстати, мы получим за прохождение этого ивента 50 семян на разные растения. Опа, давненько, давненько, ребята, я не видел пляжа. Это круто. Это круто. Так. Жалко, конечно, что будем тонуть здесь. Ну, а что поделаешь. Они тоже зато будут тонуть. Тихо, роднули. Куда ты там? Куда ты, говорю, газуешь? Водоросли? А водоросли у нас, по-моему, ребята, под ультой. Если я не ошибаюсь, я не ошибаюсь. Ну, куда ты там со своим флагом плешивым идешь? Ну, проверим еще. Да? Ёк-макарёк, ты посмотри. Не-не-не-не-не, парень. А, забыл совсем про этого-то. Ну-ка. Да ну куда же вы, родные мои, эй. Эй. А чё так много-то? Эй, охламоны. Да ну вы серьезно что ли сейчас, а? Ты посмотри тут их сколько. Да. Однако. Еще и эти рыбачки тут. Замечательно. Ой-ой-ой-ой, что они себе позволяют, а? Рыбачки, вы достали, ну вот серьезно говорю. Я не понимаю одного, почему я не могу, например... Так, ну вот сейчас потопили. А эти не превращаются, да? Гаргантюа, вот эти здоровые водяные. Они просто получают урон. Превратить их в жабу, ну, никак мы не могли. Ну, не только в жабу, может быть, даже в этот, в грибок. Но не получалось, короче. Так, предпоследний у нас с тобой этап. Давай глянем. На чем он тут у нас? Так. Дикий Запад. Эти вот могилы здесь вообще не в тему. Вот нафиг они здесь стоят, а? Понимаю. Ладно, наверное, нам нужно с тобой здесь близнецов ставить. Скорее всего, чтобы подбивать эти надгробия. Так, тихо. Этого уберем отсюда. Подальше. Интересно, это взорвется или нет? Оу. Бамс, да, он взрывается. Ой, как вы медленно добываете мне энергию, а? Ты посмотри. Давай вот сюда поставим, пока. Эйдзуми неугомонный, внизу-то который он идет. Так, ну что, ставим с тобой горохострелы. А-тя-тя! Теперь ты понял? Теперь ты, я думаю, ты понял, да? А, сейчас будет поедать, а? Сейчас он будет поедать. Мы бедные, блин, грибочки, а? Ну, здесь-то я тебе не дам поесть. Так, и обратно поставим грибок. Не понял, блин, он его съел. Так, стоп. Да дай ты мне энергии, господи. Я... Толкай их всех там. Чего? Чего?
Почему ты... Почему не сработало? Скажи-ка мне на милость. Как-то немножко странно. Должно было, ребят, сработать, но... Не сработало. Иди отсюда. Так, не, да. Этого рыцаря мы с тобой не подбили. Я боюсь, этого мы не подобьем с тобой. И, естественно, вот этого. Как же так-то? Я, как бы, если честно, ничего тут такого особенного сложного не вижу. Но... Ох ты! Вот вы даже как, да? Вот вы даже как, я понял. Хорошо, давай сделаем так. Да не может быть, чтобы вы вот настолько прям вот круты были, что вас прям вот ну не подбить никак. Да в жизни не поверю. Иди отсюда. Так, вот этого, ребят, нельзя. Так. Пошли отсюда, короче, голодранцы. Давай так вот сделаем. Рухнул. Не понял, я же, блин. Все должно срабатывать, почему ты. Еле-еле. Так. Эй! Убираем этих. Этот-то как прошел. Трындец, ребят. Все, фейл. Я еще и деньги все потратил. Как так можно было, я не могу понять. Повторить, конечно. Сфейлился на пустом месте. Как-то все так долго все это, блин. Теперь я без денег, я не знаю, ребят, как мне получится здесь проходить. Грибы эти тоже, как вот их съедают, ё-моё. Как я вот буду их, ребят, здесь оберегать? Вообще не знаю. Еще эти придурки, которые прыгают сюда, эти бомжи, тоже бесят. Ну эти взорвутся, да, по идее, вдвоем. Я надеюсь на это, что они взорвутся. Вдвоем. А что не в десятером сразу же, а? Еще раз повторяю, денег у меня нету, ребята, чтобы его откинуть. Иди сюда. Сейчас съедят, а? Сейчас съедят мой вот этот гриб, наверху который. Шлепки, а? Ну вот эти вот слишком крутые, мне кажется. Вот слишком, вот чтобы вот рыцари вот эти вот вонючки не пробить. Ну это как-то перебор. Защиты абсолютно никакой нету. Мои грибы просто сейчас вот без защиты. Можно их только вот так вот отталкивать. И все. Вот куда ты идешь, а?
Чё, блин, за беспредел-то, а? О, так, ладно. Давай попробуем так сделать. А чё попробуем-то? Грибы съедают. Мы с тобой не успеваем это все сделать. Прикрыть. Защитить. Он бомбит. Вон, смотри, до сих пор даже ни одного не подбили. Вот бред. Вторая волна. Только лишь вторая волна, ребята, идет. Особенно вот это вот мне нравится. Прямо вот обожаю, когда вот так вот все происходит. Но бомжа этого убили, убили. Ну, я не знаю, ребят. Они проходят здесь. Этот раздавил. Нет, тут без денег делать нечего, друзья. Просто нечего здесь делать без денег. Грибы съели. Этот проехал. Я даже ничего не буду здесь делать. Офигеть, они придумали, да. Вот на этом вот. Извини меня, Г, ты должен как-то выиграть уровень. На выход на карту. Так, сколько этот ивент будет длиться, интересно? До завтра он потерпит, а? Потому что мне нужно будет заработать как-то финансы. Давай-ка я посмотрю. Этот ивент будет еще 6 дней, ребят. Конечно, я успею его пройти. Нужно накопить финансы. Так, а для того, чтобы финансы накопить, нам нужно с тобой играть в Penny Pursuit, верно? Верно. Даже я бы сказал, не то, что в Penny Pursuit, а надо вообще... Ух ты, обновилась, ёлки-палки, поехали. Что у нас тут? Ага. Не знаю, давай начнем с изи. С легкого уровня сложности, да? Посмотрим. Так, а вот это что такое, ребята? Я не знаю. В первый раз вижу. Ох, ё-моё. Насколько мы знаем, ребята, нельзя позволять нажимать вот на эту кнопку. По-моему, так. Могу ошибаться. Так, иди сюда. Ну-ка, сейчас посмотрим, вот он нажмет на кнопку. Да. Сгорают, да, эти растения? Все на этом ряду, получается. Мартирушка, давай бомби. Так, сжигай их там, к ядре не фени всех. Угу. Прыгает тут радостно, довольный такой. Я вот не помню, что он делал. Он, по-моему, ребята, он сжигает. Да, он сжигает целый ряд. Ну-ка. Йо, сейчас нажмут на кнопку и все сгорит. Слишком люто. Да сгорите вы уже, а. Так, мортира, давай, бомби. Ну, еще этих аглоедов тут не хватало, а. Еще этих аглоедов мне здесь не хватало. Так, с щитами все дела, да. Дай-ка я вот сюда поставлю. Так, пока вроде бы все неплохо. Вот здесь вот сейчас, ребята, блин, погорим. Погорим сейчас тут. Нажмут на кнопку. Ну, они, конечно, тоже сгорают, но... Мне-то от этого почему-то не проще.
продержать. Это легкий уровень сложности. Тихо, ты куда пошел? Я боюсь даже представить, что будет на нормале. А про хард я вообще даже заикаться не буду. Ты посмотри, что происходит. Трэш. Просто трэш. Да. Давай, 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 иди сюда. Вы сюда. Так, еще разок сюда же. Так, внизу уже все-таки целый ряд сгорел, да? Куда ты там побежал? Ну, вот это растение тоже, ребята, довольно прикольное. Мне нравится, когда его съедают, да, он сжигает полностью ряд. Типа замедленного перца, вот этого халапеньо. Ну что, ладно, предположим, мы с тобой первый этап прошли на легком уровне сложности. Что ждет меня на втором? Давай посмотрим. Опять же, все на легком пока, ребят. Бывают, конечно, некоторые уровни, когда можешь пройти их на среднем. Но на харде я еще, по-моему, ни одного не проходил. Нет, было пару раз. Что тут у нас такое? Давай-ка я возьму вот это, наверное. Ох, ё! Опять этот кардио вшивый. Опять этот вшивый кардио. Что тут сделать? Гипногрипп, наверное, возьму. Не знаю зачем. Вот это вот, наверное, возьмем. Так. Ну вот так. Лаву гуаву. Вот этот гриб. Электрический. Так, тут летающий есть, да, поэтому нам нужен будет с тобой клевер. Где он? Клевер, ты где? Подожди-ка, а кактус? Где мой кактус, кстати? Вот он, родной мой. Так, слушай, ну нам наверняка здесь понадобится. Хотя, может быть, и не понадобится. Давай попробуем. Надо защищать нам вот этого вот мелкого ханорика, да? Если я, к примеру... Я надеюсь, солнечная энергия будет здесь выпадать? Вот так вот сделаем. Блин, я забыл взять мины, друзья мои. Ну чё? Без мин будет здесь плохо. Ну-ка, а если вот так вот? Хоба! Всех в мазуту. Да-да-да, правильно, все будут разваливаться. Самый умный, да? А вот и Чепушила пришел со своей кардио-тренировкой. Так, вот это перебор. Оу-оу-оу. Так, а почему? Он же должен его сдуть. Друзья, почему? Что за фигня? Прикинь, энергии солнечной не дают. Ребята, мы сфейлились здесь. Я думал, здесь будет хотя бы выпадать энергия. Ничего подобного. Ладно. Проигрываем, короче, мы с тобой здесь. А вот это что такое, ребят? Ух ты, кто это там так вжарил? Ну, шипы идеально, ребят, для них это вообще что-то с чем-то. Вот это что такое, я не могу понять. Какая-то корона, зомби с короной. Это зачем? Мне лично непонятно. Да, жаль. Я-то рассчитывал, я думал, не надо. Обычно, когда солнечной энергии не дают, тебе пишут, типа, возьми один из этих, из подсолнухов, да? Типа, а здесь ничего такого не делали. Я и подумал, что, может быть, перебьемся. Перебился. Так, давай сюда, наверное, активируем. И вот сюда.
Походу я должен был какого-то короля, что ли, подбить. Видишь, с короной идет зомби. У меня больше нету этих газонокосилок. Да, в принципе, это и не важно. Офигеть, здоровый. Просто моя была ошибка в том, что я не взял ни одного подсолнуха с собой. Вот и все. Но я не буду брать подсолнухи, я лучше возьму, наверное, гриб. Ну, этот гриб, который, я так понимаю, ты понял, да, про который? Солнечный. Будем перепроходить. Блин, последнюю энергию трачу. Солнечный гриб. Ну да, в принципе, должно. На начальных уровнях должно хватить, ребят. Вот так мы, наверное, с тобой сделаем. Так, капусту возьму. Так, мину. Зачем мне этот? Уже не нужен он. Так, что еще тут? Давай, наверное, этот возьмем. Горохострел, горохострел. Не знаю, нужен он вообще нам здесь. Тут еще эти маги. Кактус возьму. Наверное, электрический. Так, и надо нам с тобой. Кстати, рис можно прихватить. Угу. Прихвачу, наверное, рис. Да и все, наверное, да? Двойной этот где? А, тут нельзя брать, да? Тут нельзя брать подсолнухи, что ли? Вы серьезно? Че? Погоди, я должен здесь за 1200 управиться без солнечной энергии? Ну, видишь, нельзя взять. Нет, ребята, нельзя брать. А как? Тут, наверное, надо только с ультовыми растениями, ребят, проходить. А больше никак. Да, ультовые растения. Ну, что у меня из ульты? Редиска еще осталась и все, по-моему. А, вот. Этот. Так, блин, опять же, у меня закончатся финансы и все, ребята. И дальше пиши пропало. Они меня размажут. Что за уровень? Это же легкий уровень сложности. Я ничего не путаю. Да ничего я не путаю. Мина тогда тут вообще не нужна. Она не актуальна абсолютно, ребят. Да и все. Берем эту редиску с тобой еще ультовую. И все на этом, ребят. Кого еще? Даже не знаю. Ну, боулинг. О, да. Трындец. Как, вот как тут вот этим вот проходить всем? У меня энергии нет. Ну, на один раз только, ребята, могу воспользоваться. И все. И не более того, они сейчас съедят вот этого вот мелкого мне. Да ведь? Ведь именно к нему идут. Конечно. Давай, 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 давай. Ага, идет, 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 крадется, блин. Да почему их всех сюда-то, блин, тянет, а?
Вы достали, а? Воу, энергию стали давать. Это что за, ребята, за благодать такая, а? Скажи-ка мне на милость. Ну, слушай, может быть, мы сейчас с тобой здесь поживем чуть-чуть. Совсем маленечко. Вот, энергия. Влупляем. И тут тоже влупляем. И здесь. Нет, еще раз говорю, влупляем. Так. Я не знаю, получится или нет. Сколько там нам еще надо? Минуту. Минуту, ребят, нам нужно будет еще простоять здесь. В чем я очень сильно сомневаюсь. Именно что мы с тобой здесь минуту сможем прожить. Да. Вот это вот ушлепок тут все, видишь, химичит. Именно у него. Ну-ка. Давай, бомби, не подпускай никого. 16 секунд, ребят, 16, 14. Надо тянуть. Как тут, блин, протянешь? Как бы ноги не протянуть. 3, 2, 1. Я прошел, ребят, я прошел. Да ну нафиг. По 3 солнышко давали там. И ты должен был этому радоваться. Это, конечно, жестко. Вообще, ребят, жесткач какой-то. Денег, говорю, пойдем, говорю, денег подзаработаем. Подзаработали. Так, ну что у нас еще остается? Арена, по-моему. Че, погнали тогда, да, с тобой на аренку? О, тут 4 пиньета можно выиграть. Поехали. На каком это месте, фиг его знает. Ну тут тоже. Что-то в последнее время они как-то усложнили игру. Или мне кажется, может быть, период такой. Период сложноты. Фиг его знает. Так. Что у нас там с тобой? О, нет. Это что за состав такой у меня? Нет, так не пойдет, ребят. А вот, кстати, кактусенка надо будет протестить. Да? Я думаю, что надо. Так, гипногрипп, по-моему, мы с тобой брали. Так, так. А, что у нас еще? Подсолнухи, конечно же, без них. Куда мы без них? Без них мы никуда. И последнее, что нам понадобится, наверное, вот так. Че, попробуем? Let's rock. Например, я поставлю вот сюда вот кактусы. Подожди, блин, тут еще и подсолнухи же. Про них-то забывать тоже нельзя. И мины картофельные вот сюда вот влепим. Врагов будет много, это я точно тебе говорю. Тут сейчас эти пираты. И гипногрипп, конечно же, тоже нужно будет выставлять. Оу-е, оу-е, вот е, оу-е. Давай так вот сделаем. А, ну-ну-ну, я вспомнил, ребята. Здесь они будут ускоряться, да? Вот ты не того захватил. Давай так вот мы кактусов сюда поставим, потому что... Стопэ.
Вот кактус, хорошо, что он прячется, да, ребята? И... Что сейчас произошло? Он его съел, он не успел кактус мой спрятаться, что ли? Так я понимаю, да, ребят? Так, теперь на этом ряду. Так, ждем. Угу. Там все срабатывает, все. Так, 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 так. Давай, 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 давай. Энергию мне побыстрее давай. Тут три кактуса воюют против всех. Именно внизу. Так, сюда мы тоже его поставим. Ай-я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 й. Вот тут вот. Хорьки плешивые, а все-таки прошли. Все-таки прошли. Давай-давай, кактусенок, прячься. Нет, он все-таки, ребят, до последнего дерется. Кактусенок до последнего. Он просто не знает. Единственное, я не могу понять только одного. Почему меня вот эти вот подводят? Где они? Их уже съели. Крокус, ты... Гипногрипп, вместо того, чтобы ближайших к нам врагов, да, гипнотизировать, он почему-то самых дальних от меня. О, мы еще и фейлимся с вами, ребята. Это на последних-то секундах, блин. Трындец, короче, ну нафиг. Да, переигрываем, конечно. Ну нафиг, я не знаю. Не будем, ребята, кактусы брать. Не будем. Будем брать все, что угодно, только не кактусы. И не гипногрипп. Да, гипногрипп тоже в топку. Что-нибудь другое. Что-нибудь другое, что-нибудь, я не знаю, полезное, не полезное. Так, сейчас определимся. Так, берем мины. Горохострел. Вот, электрический у меня был, точно. Берем мяту. Так, что еще? Возьмем рис. Мята, рис. Так, так, так. И берем с тобой двойной подсолнух. Фигня, да? Получается. Фигня, не фигня. А надо играть. Так, здесь электрические. Подсолнушки. Ну и, естественно, мины. Вот так вот мы их поставим. И сделаем вот так. Let's rock, посмотрим. Особо тут надеяться на что-то, я не знаю, не стоит, я думаю, ребят. Оу-е, оу-е, вот те оу-е. Так, тихо, давай-ка активируем, наверное, с тобой мяту. Ну, трудно назвать это растение мятой. Да? Оно не мята больше похоже, а... Тихо! Правильно, всех отсюда их. А этот вот, блин, вот этот все равно проходит. Крокус, ты будешь что-нибудь делать? Вот так вот всех правильных. Ядрени фени. Блин, этот шторм ни к селу, ни к городу. Ага, ага, этих малышей в дребезги. Давай разносим, разносим, говорю. Так. Окей.
Давай еще. Вот там наверху что-то мне не особо нравится. Не особо нравится, ребят, что у нас там наверху творится. Блин, эти подходят. Эти подходят. Взрывчиком. Взрывчиком их снесло, ребята. Активируем мету. Вообще, эта мета на кого работает? Она на меня работает или на врага? Запускаю тоже, называется. Ну что там за дринкл, за... Ёпрст, посмотрите, трешак, трешак, трешак творится, ребят. Они меня просто сминают. Но мы боремся до последнего. Боремся, боремся, пытаемся, ребят, тут... отразить атаки вражин. Сам видишь. У нас почти получается. Кто там? Пошел водяной, да? Вот против летающих у меня ничего нет, к сожалению. Против летающих у меня ничего нет, да, ребят. Тут не поспоришь. Дай-ка я вот этих вот наверху, которые тут... уничтожу их хотя бы. Ну, в принципе, друзья мои, как бы неплохая тактика. А он, смотри, он брал... так, против летающих... клевер и арбуз. Ну что, 4 пиньяты мы с тобой все-таки заработали. Давай глянем, что нам здесь выпадет. Так, солнечный томат. Угу. Дальше аке. 10 штучек черебин. Окей. И кукуруза сладкая, да? Все. Так, сколько у нас там получается с тобой корон? Ну-ка посмотрим. 37. А нужно, чтобы получить 20 миньят, 60. Еще две попытки у нас с тобой. Ну что, поехали? Попробуем, наверное, опять же этой командой сыграть. Я думаю, ты не против будешь, да? Даня. Так. То же самое сделаем. Один в один. Let's rock. Погнали. Угу. Давай сюда. Слушай, ну вот, как сказать. Рис очень... ого! Офигеть. Они и так бегали, как сумасшедшие тут. Ну, посмотри, посмотри. Несутся, блин, как эти. Сумасшедшие. Как сумасшедшие. Так, подожди, тут надо еще не забывать про электрические горохострелы, потому что... да-да-да, вон те, он пищат, визжат, уже бегут. Ну куда ты, вот куда ты разгоняешься с такой скоростью, скажи мне, а? Крокусов, что ли, наделать, я не знаю. Давай крокуса поставим сюда еще одного. Ну, ое, ое, ты посмотри, что там творится, ое. Как тебе такое ое? Жесть какая-то. Взрывы, взрывы, блин, не... во, давай вот так вот. Ну... сегодня у нас явно не наш день. Просто не наш. Просто не наш. Разносят как
Я не знаю кого, блин. Летающие, ну понятно, летающие, ладно, фиг с ним. Они хотя бы облетают. Сюда. И вот сюда. Да. Ух. Еще вот этот вот динозавр, который там ускоряет их, он меня просто вымораживает, понимаешь? Он меня просто вымораживает своим вот этим вот бегом. Ты прикинь, мы с тобой успели обойти нашего оппонента практически в самом-самом конце. И как он, интересно, вот этим мог меня чуть ли не победить. Не знаю, ребята. Фух, ну что, у нас с тобой, по-моему, одна перчатка осталась, да, которую нужно отыграть. Две. Две. Ну, слушай, я уже поднялся на третье место, а был, по-моему, десятым. Ну что ж, давай еще разок сыграем. Блин, что-то хочется поставить такого. Может быть, против вот этих, которые летят у нас воздушных, может быть, взять клевер? Вот что скажешь? Вот клевер взять. Вместо кого? Вместо мины? В принципе, как вариант... Можно, да? Можно взять вместо мины. Но там на самом деле очень много летающих появляется. Давай, наверное, так и сделаем. Уберем это. Тихо. Вот так сделаем. Поехали. Выставляем. Сделаем вот так вот. Let's rock. Ну да, пираты сейчас нам тут с тобой. А если мы, блин, поздно нажал, да? Может быть, крокупсов этих, крокусов побольше повтыкать. А ну-ка. Эй-эй-эй-эй-эй-эй, хорьки. Хорьки. Так. Да блин, рис. Эй, твою же налево. Слушай, эти пираты меня уже достали. Раскачиваются тут, как у себя дома. Так, 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 энергию, 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 ребята. Опять. Где у меня рис-то? Рис. Давай. Энергия, это все хорошо. Но я жду, когда мята, блин, моя созреет. Я ее жду, блин, уже фиг знает сколько. Никак не дождусь. Наконец-то, бомби. Бомбануло-то как-то кисло. Будем честны, она бомбанула совсем вшивенько. Так, тихо-тихо-тихо. А внизу ребята уже пробили, да, получается. Ага. А вот, друзья мои, и летуны. Жих, сдуло их. Мы их сдули с тобой. По-моему, тут как-то немножко даже похуже получается, да? Мы с тобой играем вообще. Меня здесь проминают. Меня здесь не... Ничего не выручит уже, да? Просто проходит и сминают. А у нас еще 25 секунд. Меня обходит на повороте, ребята. Противник меня обходит на повороте. После... Зря я, наверное, отказался от мин. Наверное, зря, да. От взрывов от всех, от этих отказался.
Вот за это и поплатился. И посмотрим, что там. Да ну. Это чушь полная. Таким отрядом невозможно набить столько очков, ребят. Ну, галактический орех. У меня больше, по-моему, перчаток нету. Галактический орех, да? Что он там сделает? Да ничего. Его промнут там моментально. Рис, рис и у меня был. Заморозка. Это тоже не то. Без мин, мне кажется, сложновато, ребят, здесь. Надо брать мины. Убирать клевер, фиг с ним. То, что там эти зомби летающие, как бы можно будет пережить. А вот без мин, мне кажется, это не варик. И вот от этого тоже толку нет особенного, я заметил. Мне кажется, тут выгоднее даже будет взять взрывную. Мне кажется, и то от нее будет больше толку. Ну что, поехали? Так, релот. Мин. Мин. Хотела. Мин понаставим. Понаставил. Поехали. Давай так вот раздублируем. Надо больше дамага. Что-то подамажнее, ребята, делать. Видишь этот? Ускоритель фигов. Еще хорьки. Про них тоже не стоит забывать. Влупляем. Да почему у меня-то вот этого-то вот... Странные танцы, блин. Сложно. На самом деле это сложная арена, ребята. Если вы думаете, что на ней легко играть, нет. Совсем нелегко. Арена сложная. Может быть, если, конечно, у тебя прокачанные растения, там, я не знаю, до 20 уровня все. Тогда да. В моем случае мне сложно играть. Я вот просто смотрю, что тут трэш. Просто трэш, ребят. Зомби сильные, они просто сминают все на своем пути. И ничего не поможет. Ничего не поможет. Ничего не помогает. Электрические горохострелы, они просто не справляются с таким объемом зомбарей. Крокусы тоже там всего две штуки. Не получится. Вот и летающие, ребята. Дожили мы и до летунов. Вот и обидно, что уничтожается вот так вот все. Влупляем. Еще минуту. Еще целую минуту, ребята, тут выживать. Как? Как хочешь, называется. Выживай как хочешь. Давай вот сюда поставим. Еще пушки. Вот эти вот маленькие, да? Вылупляются постоянно. Крокуса не трогай, не трогай крокуса. Молодец, крокус. Сам за себя постоял. Молодец, красавчик. Бедный сейчас подсолнух мой уничтожат. Последний, можно так сказать. С горем пополам, друзья мои. С горем пополам. Ну тут тоже как-то не особо хорошая у него была комбинация. Ну что ж, 4 конфеты зарабатываем. Слушай, вот напиши мне, пожалуйста, вот в комментарии, если ты проходишь эту арену на изи, ну, пускай даже не на изи, а с максимальным количеством очков, напиши мне, какое растение и какого уровня у тебя. Ну, опять же, это, ребята, рандомно получится, да. У кого-то, может быть, с таким же, например, уровнем растения будут, он наберет меньше очков.
тут нельзя, как сказать, единую формулу вывести. Тут всегда рандомно. Ну, он, видишь, на первом месте 99 кубков. Корон уже имеет. Да, а мне нужно будет как-то, не знаю, ребята, в скором времени подкопить немножко финансов, именно золотишко, да? И вот этот ивент я все равно пройду, никуда он не денется. Но надо будет очень много монет, чтобы сдувать врага. Иначе там просто, ну, не успеть. Так, что у нас тут? Ух ты, давай рассаду делать. Давай мы с тобой вот так, окей. Так, Жужу, полей, пожалуйста. Вот этот. Слушай, замедляшка, в принципе, здесь есть. Но она на ивенте, по-моему, не функционирует, да? Ладно, дорогие друзья, давайте мы с вами на этой ноте закончим эту серию. Обязательно увидимся в следующей. Так что всем удачи и до новых скорых видосиков.